друзья, доброго здоровья! С вами лохматая душа. Мои хорошие, я выпускаю ролик за роликом с просьбой к вам. Ребята, у нас нет корма, и я прошу вашей поддержки и помощи. Друзья, зима, как видите, даже не собирается уходить. А нам нужна ваша помощь. У нас голодные звери. Я прошу вас, ребята, у нас долги в клинике уже вот так. А ведь мы оперируем переломанных буквально каждую неделю. Ребята, ну кто, если не мы? Ну я прошу вас, пожалуйста, отзовитесь. Просто прошу всем сердцем. Умоляю, ребят, ну давайте, ну мы же их спасли зачем-то. И что теперь, бросим, отвернемся и пойдем? Мы же не просим тысячи у вас, ребята, 100 рублей, прошу вас. 40 тысяч подписчиков, 100 рублей, ребята, 10 или 25 числа. И мы сможем накопить на корм, и мы не будем голодать. Я прошу вас, пожалуйста, мы не нужны нашему правительству и вообще никому, кроме вас. И у нас, кроме вас, никого нет. Я прошу вас, очень прошу, ну, пожалуйста, ребята, ну, присоединяйтесь. Ну, ведь это наш мир, понимаете, наша страна. И добро в этой стране храним мы с вами. Помогаем старикам, помогаем детям. Посмотрите, везде висят эти кличи о помощи. Помогаем животным. Ребята, да, жуткая несправедливость у нас в стране. И рано или поздно, я думаю, это все равно взорвется. Но сейчас я прошу вас, помогите, не дайте нам погибнуть. Это действительно страшно. В 21 веке животные голодают. Прошу вас. Я обращаюсь к вам от имени тех, кого мы с вами приручили, а теперь бросаем. Не бросайте, не надо. Я вас всем сердцем прошу, пожалуйста, не надо. Присоединяйтесь к нам. Давайте их накормим. Давайте, прошу вас, давайте их просто накормим. Малышей пора рассаживать, нам не хватает стройматериалов. Друзья, нам очень-очень нужны стройматериалы. Просто очень. Нужно железо, нужен профиль, нужны доски, чтобы мы могли разместить подросших малышей. Ребята, пожалуйста, это очень важно, и я прошу у вас. Мы чистим вольеры. Нам нужны стройматериалы, прошу вас, очень нужны. И мои хорошие, я все понимаю, но посмотрите им в глаза, мои хорошие. Вы послушайте, что сейчас везде пишут и говорят. Вы посмотрите, сколько предложений просто убить. А кто нам дал право судить? Должны они жить или умирать? Они такие же жители планеты, как и мы с вами. И это мы их наплодили. Мы! Цена жизни приютских собак. 100 рублей в месяц. Люди, я обращаюсь к вам, обращаюсь к вашей доброте, к вашему сердцу, к вашему милосердию. 100 рублей, ребята, мы выпускаем ролики, мы вам показываем нашу жизнь. И у нас постоянно не хватает корма, не хватает, ребята, потому что кто-то плодит, вышвыривает, бросает, а мы с вами спасаем. Ребята, эта борьба между добром и злом, она длится веками, и вам решать, на чьей вы стороне. Они имеют право жить. Друзья, у нас нет корма. Мне говорят, куда ты их берешь? Ребята, я их не бегаю, не ищу по улицам. Ребята, это те, кто подрастают, малыши прошлогодние. И мы их рассаживаем. Ребята, поймите, подобрав одну маму со щенками, мы потом ищем три вольера, чтобы их рассадить. Ребята, 100 рублей в месяц – цена их жизни.
Скажите, неужели вы откажете им в этом? 100 рублей в месяц – цена жизни каждого из них. Скажите, друзья, неужели это огромная плата или огромная трата для нас с вами? Они просят у вас всего лишь 100 рублей. Неужели это... Ребята, неужели это так много, а? Прошу вас. Вот перед вами старичок. Кто-то его щеночком взял. Да, мой золотой. Вырастил. А когда он стал старым, его просто выкинули. Выкинули, понимаете? Большого, красивого, старенького и очень доброго.